что? Ну да, банки уже. Ты что, Виталик, ты придумаешь ему к новому сезону новую кричалку? Я тоже задолбал эту. Д'Артаньяна взяли. Я уже думаю, что я старую зовут. Пойдем курить. А что там наступали? Освещение при этом? Да. Нифига себе. Блядь, так лето вообще дует оттуда. Один хрен. Если с моря дует. Что, Николай? О, прохладно. Уже Николай не дворай. Я шапку взял уже машину. А я видел, что они сидели почти целый тайм, целый год сидели. Пошли за шапкой на руках. Я Стас, говорю, будет ваши сборы, мы вечно собираемся. Димаса слышали. О, Ваня. Ну что, котик, не замерз? Бегай тебя. Покажи ручку. Нет. Ну потрогай. Карман позолоти, потрогай. Скажи, открыть. Бен, какой ему подкинь. Да, ключ от бомбы, нужен? Эй, зачем мы потеряем? Правда говорит? Большой. Дим, достань руки из кармана, упадешь, блин, носом туда. Как-то резко начали. Знаешь, сами какие? Да, да. Как-то там я даже сказал, подождите, будет 16. Ну что, Катя говорит, ну, Ваня не скажет. Ваня закал, он говорит, он же какой футбол? Что ты говоришь, прям вышел в своем составку, где там состав? Блядь, это вообще пиздец. Говорили. 14. Один! Сань! Не надо! Развернись сюда! Так и мы, я говорю, тоже скажи, блядь. Ну, пока видео не сказал, блядь. Он сказал, все, меня даже не ставят. Один раз он его на голову этот синий поставил, он начал там стрелять по этим. Ау. Я походу все команды перекрасить. Он сейчас скоро бросает, блядь, этого, блядь, Новиков нападение было сунул. Я потому что некому в защите играть. Что, не видел, какие там выходят антиквар? Ну да. Ну, блядь, я говорю, вся тактика, блядь. Повезет или нет, блядь? Одно из двух. Ну, да, он же Тимоха говорит, а что там делать? Это я весь сезон, блядь, занимался. Я сначала отбери мяч, потом первое касание бежания вперед, потому что он говорит, давай бей. А потом снова беги назад. А потом ну, у нас спереди потеря и опять отбирают. Всю игру в отборе. А потом еще защита виновата, что-то.
Прыгаешь. Молодец. Один трусик. Это я, а все остальные... Не, еще с рыбой. Еще он сейчас видишь, что сейчас он сейчас там. Не было нахуй год, ты что прыгаешь. Я вообще со страхом думаю, что будет там, блядь, в этой высшей лиге. Не надо мы сюда вообще, блядь. Не мы проиграем. В смысле, блядь. Жизнь. Не мы, наши дети, блядь. Так и нахуй такой футбол. Всегда такая забота. Ну, ставь, что время идет, куда я не делаю. Без разбежных. Лучше забавки, блядь, с результатом, чем... Бесплатный бьёшь, да? Бесплатное мучение. Ну что, зажмутся в оборону и всё, я что смотрю. Пару пропустят, уши вешают и всё, весь футбол. А нет, Вишнев сейчас в основе будет у этого. О, да, у Алексеевича. Он будет на прошлой неделе. Только говорил в основной день, а не на второй. Алексеевич. Второе он там уже капитане. Плохо показывался. Блин, Алексеевичу причем уже форму выдали там Ритов курсу. Все сказал, будет со следующей игры в основе. Чего? Три удара, блядь, отразил. Завод один это, ты что, Зеня, Зеня? Вратарь отразил. А нет, первый удар, да, сейчас от три до... В них попал. Я на его шапку на глаза налезли. Серьёзно, так ты ж видел. Видел. Я видел, свистнул. Ну, явно, блядь, сзади вот так вот потянул нахуй. У него же... Не, седьмой год равная игра была вообще. Даже я сказал бы, что не знаю. Даже... Оп, хорошо. Ой-ой-ой-ой, здорово. Здорово, Никит. Давай, Яра, набирай. Здорово, он чит. Ай, ты еще. Поливай, поливай, дальнюю. О-ля-ля, такие буты красивые. А если ты его потеряешь, как он поедет? Потеряю. Принесешь мне потом, хорошо? Если он не дает, он раз-два, он тут что-то хотят не помогать.
Только передача. А это точно не надеюсь. Форму, форму снеги. Да. Хорош. Хорошо, только не потеряю, то не умею тут со стадиона. Здорово, здорово, Никит. Твой, твой тим. Ждет так передачу 5 раз, один раз. А эти 5 раз долбоёб, блядь. И он еще потом ему, блядь, что-то рассказывает. Давай, Макс, давай! Один на шестерых, блядь, и все на одного. Макс, кстати, в прошлый раз так и забил. Я так говорю, откуда убегал нахрен, где кто-нибудь еще? Да, а я откуда? Замыкаешь в любом случае. Понятно. Понятно. Я даже не работал. Я смотрел зимой, приезжай, Стас. 1-0 максимум. 1-1. 1-0. Это как? Разбивать пульти. Некому вообще. 70-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 70
Не сказать, что прям потерянный как-то не показывает. Не спешите. Не, ну какая разница, не спешу. Я имею в виду хотя бы там 10-15 минут. Триггер куда ты так вылазит, блин? Триггер отъелся, блядь, мне. Ну, толстенький какой-то стал. Вообще, ну, еле чешет, блядь, на бинарке. Или обучка. Шинера, бля. Ух, чисто, блядь, повезло. Второй раз, что вы там делаете, троём? Сказала мама. Мама сказала? Молодец, блядь. Косяки начались оттуда, между прочим. Сейчас я не сказал, что ворон. Трига потерял, блядь, кубка побежал. Физухи нет, чтобы бегать, техники нет, чтобы играть. Ну ты играешь перед замерцом. Ну передачи за передачи. Все прочие, ноги, понимаешь, или находок. Кто за боковую? За боковую. Кто у нас вторым больше? Молодого какого-то специалиста. Патронов. Бронхит. Бронхит? Ярошевич говорил, что речь шла. Да? Потому что Свят играет чисто на шару. Ну, блядь, он даже не идет. Рубик, Рубик, пятки выставляет, блядь, там, до цепиться специально. Самое главное, что... Минимально. Тимур, конечно. Хорош, Тим! Но я не знаю, как игроки, но вратари в рацоре точно будут хорошие. Такая практика. Чем дохлее команда, тем лучше вратарь. Больше практики. Надо мне точно младшего вратарем ставить. Все в какой команде хорошо. Может, Роме сказать, что вратари пошел? Его малыш. В других командах есть тренер вратарей, который занимается. А здесь нам и не надо тренера. Вся команда тренирует его. И одна, и вторая. Без тренера молодец. Так и тренирует Владик 10 лет. Ловить мяч не надо. Раньше я помню, Николай за всех заступался, теперь он на всех бой. Он там на всех заступался. Он с Батэ когда перекрасился, перешел. Не надо тут какие-то параллели проводить. Я просто устал от этого вот безболия этих. Ну, то да, имеет право быть. Мне не важно, могут они не могут, но они же не хотят. Вот основная проблема. Так может мы тогда просто, получается, больше и хотим всего этого? Да, в этом и дело, в этом дело. Так надо просто тогда расслабить булки, принимать все как есть. А тяжело что расслабить? Согласен. Сейчас только лет. 10. Я помню, раньше Николай чуть-чуть руки не задушил, помню, в манеже. Какой-то замечательный.
когда были маленькие неокрепшие ребята, а сейчас уже ну, да, и да. тебе пиздюлей дадут и мне. И всем нам, если захотят. А в голове... Он же помнишь, блядь, его нападение, как бы его еще взять. Что за пиздёшка еще? Да, да, да. Нападение все равно. Да, да. Сейчас мы на трон всех переквалифицировали. Только Макс оставил. Макс не видит защиты. Пока что. У меня фокус. Масло динамичного замена. О, молодец, Зинколёт эти, пока нос не разобьёт, молодец. И как же? Ну, просто... Напрашиваю. Я бы никому не советовал бегать. Как бы же здесь по прямой пошире? Не ищет вообще пути. Кого тоже знает, я не знаю. Со мной физики. Восьмёрка? Восьмерка это Рома. Красевич. Да нет, это твой любимый кошак. Который с восьмерка. Еще с одним со стороны всех напугает. Это же наш кольчик. Саня останется с нами. Не, в прошлую жду вас. Восьмерка, так, так сказать. Рома, не Рома. Рома. Это четвертый. Вот он пять раз залез в офсайд. Да. Ярик выходит, говорит, вот один в один в коридор. Офсайд. Я там, у меня там уже 5 метров. За пальчиком. Ну ладно, бегать. Тогда. Похер куда, блядь. Значит, куда? Куда он? Хочет его выпустить? Так быстро. Завес пойдет. Хороший пас, покатайте, пацаны. 11-го держи. Хорошо. Все спокойно. Вверх, вверх! Как бежать! На. Горишь, горишь! Хорошо, Ром, забирай! Ты спешил. Да, буба в сайте. Так ровненько катился, да, какое-то время, поэтому боковой. Кидывайся. Я случайно тренировку так не тренировал. Там у них каламбур, кто не понимает. Каламбур хотел он делать. Будет, ты такой. У нас же кто-то 40 минут. Ну, так, да? Ну да, нет, все, через пасеку. Кирилл, кирилл! Не, я сейчас...
Да, подобрал он, блядь, согласитесь. Тригу? Да. Я себе сказал. Блин, четыре раза летал хорошо. Подтяжелел. Приземисто стал. Он больше мне казалось такой. Сейчас какой-то короткий совсем. Ай! Спасай, спасай! Ууу, блядь, пустые ауты. Прилетел знатно, конечно. Хорошо, не закосило. Это уже третий раз. Я уже слышал обреченность голоса. Веселее. Коляцкар с пневматом прилетел. Как он так неинтенсивно разбивается? Хорошо. Давай, давай, оп. Давай, давай, Руся! Пока не умрет. Помнишь, как было, тут он уже все встал, падает, а еще 4 его на замене ждут. Я играю на замене. Затопали немножко. Защиты нет или нас. Солнце ослепило. Ну, шапка тоже на лето. Может быть и шапка. Сами запутали меня. Как вот так вот, а? Возвесишься. Так и тут нихера нет. Ничего, да ну вообще. Вот и все, блядь. Все, ну, у нас Роберто Карлос с правой кнопки играет. Вор, вор, там, вор! Лёлик сверху сразу! Лёлик, мама, соус. Лёлик, останови, я хочу выйти. Опять держит за майку, опять не А что судья в одну сторону только свистит? Ветер в ту сторону. Видишь, он тебе показывает? Да. Сам пошел. Жестко.
Сразу занятия, видишь, что? Ты теория. А где наш планшет, который я с таким трудом был покупал? Да, был. Не один уже планшет покупаешь. Ой, блин. Как выйти? Надо ему посоветовать в вратаря позвонить. Так мы туда не можем. Не дойду. Не, ну издалека можно попробовать. Если ворота здесь были, хотя бы. Они же на полном поле тренируются всю жизнь. Ну, в последнее время. Им зато потом будет легко в зал переполититься. Давай, Руся, вываливайся. Вон ты губ стоит, блядь, замерз уже. Блины, блядь, калорийные. Оп! Поливай. А он ничего не делал. Нас обманули. Нет, он был другой. Это нападающий. Там он красный вчера. Хорошо, Бэмпл. Ну, чуть-чуть не сделать еще один шаг, блядь. Он рано начинает тянуться. Ты же лишь не достаешь. Пробеги. А ты же, блядь, с планшетом. А, блядь. Поля, поля, нахер, нахер. Ну, нахер, один. Блядь, ну что планшет растусовал, чувак, сразу чуть помню. Не, ну тут пасса его знаешь. Сопровождали. У нас все пошли в защиту. Всего второй раз проскочил, мне кажется. Ну, не забывай, все забывай. Ну хорошо, что мы сегодня очком не затрагиваемся. Победа будет за арку. Ну, блядь, три губки. А вот, Спокойно, спокойно, спокойно. Ну все, играйте там, куда не надо, не играйте. Поддержите. Линчику. Ну все, блядь, потеря. Закончились. Точная передача закончилась. Вот здорово. Продлин, Зеня просит. Хорошо, хорошо. Зеня надо было подключать. Вот. Это было предсказуемо ожидаемо, блядь. В игрока лезть, блядь. Самое неправильное решение, блядь. Ну так куда он в игрока лезть, блядь? Постоянно. Такое ощущение, что они представляют удовольствие просто, блядь, пилить какого-то. И каждый второй момент он впиливает себя. Нет тормозных кого-то. Удовольствия. Они все пишут, каждый момент ждали, блядь, перешок интереснее было. Шести прошли. Если просто я еще не за рулем был, и Виталик еще без руля был, вообще был состав компании.
Как Брест. Как Брест. Когда я был в Бресте? Недавно? Я не понял. Старые добрые времена. Это что-то серьезное. Недавно был в Бресте, сейчас в Бресте по-другому. Когда ты вот это... Всю ночь я разрешил еще так стереть. Слава, он его не доучил, надо труту сюда вернуть. Вратарь касался мяча? Да. Ну там уже полгода слизи был человек. Это хорошо, что он язык еще был. Ради этого выучил. На пальцах. На пальцах. Дома есть. Да, он же планшет там просил. И все. Нет, я их уже вешался. Ублюдская схема, потому что... Мне кажется, она все равно такая. Ну, когда три нападающие было повесели, хотя бы только три. Интереснее было смотреть даже игру, согласен. Это что такое? У нас 4 защитника, да? Нет, 3-5-2, наверное. Сейчас он выйдет нападающего. Я готов! 10 бубенчики. Кузнечик. Кузнечик. Блинчик. Нормально. Это почти про, блядь, как он там играется? Слушай, это не просто раз, не знаю, балует страшно. Сколько в центре надо, ну, он уже раз проходил. Просто ну и я... тоже. Это что, защита не перед ним, или что, она его теряет? Уже ж раза три он так не ходил на затыкание, да? Вот там, да? На углу потеря, все равно. Сильнее ножку вставил, уже приножу ему, блядь, скину. И все такие хорошие были. Игровые? Реально. Игровые? Не шары. Сколько раз этот центр уже хорошо? Одно и то же. Ты мог сказать, ладно, просто не пойдешь. Не знаю, не бывает. Мы тоже хотим сказать, что это дело твое. Жизнь вайн хашчите? Ой? Не думал, что это защитник. Жоз Горсон. Падение. Что делает Свят? Давно у нас? Сирии прилетел полгода назад. Серьезно? Полгода. Из Катара. Из Катара. Полгода. Вызов, да? Я знаю, откуда. Население, да. Ну, мне, наверное, полгода точно нет. Нет, с полгода. Может, больше чуть-чуть. Бегает, слушай, как зимний перец начинался, так бегает. Он только бегает. Даже в Минске в прошлом году перец в Минске. Его задача... Я понимаю, у Сани задача, чтобы всех пугать, что он типа идет внутри. Вышел мяч. Блядь, а почему с той стороны? Желтый. Не-не-не, ну там реально. Да? Он, да, его основная задача бегать, такое ощущение. Ну, как я бегает, причем меняет направление по 5 раз. Он должен знать, куда он побежит, в какую сторону. Чего стоит он? Чего стоит? Все стоят. Будем Свято менять на Тимоху. Свято место пусто не бывает. Не, ну Крава полезней был Тимоха. Да, согласен. Вот, три губы опять отправили. Классно. Или офсайд, не понятно. Ну, на сайте зарубка. Не знаю, там насчет сайта, кажется, нет. Хотя это что-то другое. Да. Нет, наверное. Он смотри, сразу сейчас полполя перекинет, уже игра пойдет. Уже хоть с нашей половины выйдет. Так еще выбивает он хорошо. Нет, всего вопросов нет. Давай, Саня, перекинул. Надо было. Оп, оп. Саня, что только перекинул, больше ничего. Вообще. Женя, давай, да. Оп, оп, оп. Ниже опустил. Вот, давай.
Поля, падай, быстрее падай! Все упали. Рома, кремень. Все упали, Рома. Моя школа. Диплом на меня заупивано. Трига, я не понял. Трига держит и тригу. Давай, Микир, вылезай! Помогай, Рач, помогай ему! Двойку сделай. Ну что, Рома должен успевать нахер? Ну и что, и защиту, блядь. Я уже его перевел в полузащиту, все правильно. Что, мяч не ушел, блядь, эй! Мяч-то, блядь, на полметра ступает. Он давно уже поднял, блядь, ори. Ну так этот что, главный не сидит? Я такая этот нихера не видит совсем. Тот же должен типа. А не очень сам конец когда. Да, команда должен подать. А, еще и главой, смотри. Ну что, что тебе, короче? Опять ты. Я тут бегал так ветер. Да. Все холодно. Думали, самолет летает. Не холодно. Да, зарядку у бабушки. Зарядку у бабушки. Ну, слава богу. Да, но вы, у меня телефон сел. Ты же сказал, что ты его забирал. Слава богу, хоть отдохнешь. Да, не я его. Более такой, как дверь. Восточка-то место? А я не буду попить. Ой, только не блинчика, бля, ё. Блин, хочу попить. Альберто Карлос не готов. Ну куда он же, бля, еле идёт? Бежал не торопясь. Нет, кофе не надо. Нет, бежи насколько возможно. Просто первый раз ушёл после болезни. Я тоже когда был маленький, часто говорил. Я на еле не могу. Коля, бля, ко мне вопросы. Давай, давай, Руся. Что я только не... Куда ты ему даёшь? Он ведь где стоит, он даже не бежит. Стоит лицом к себе. Ему надо было только в ноги давать. Хорошо. Владимир Стасик. Где флажок? Ой, ну можешь добежать до них. А что ты мог перекопать? Это было. Это сейчас эти свечки стали. Да не, говорят, капель потом. Энергетик же все-таки. Куда ты, Макс? Вот, блинчик. Оп! Вот, слышишь, блядь? Сам ты ранний туда бежишь? Нет. Чекаю, у него сейчас забегает. Отдалось, не туда. Что мы сделали? Оп! Сейчас, Аня, опять прибежит. Аня, давай! Давай, сейчас подрежешь. Вы вот смеете, а помнишь, как этот крипак забил гол? Шутки, шутки, ребят. Главное, никто не забыл. Прострел вставил. Носочек, все. Главное, никто не забыл. Чёрт, выдвинься! Секретное оружие выпустило. Бухает. Блин, пришел не скрадывался. Неправильно вы туда сделали сами. Не факт. Следом. Только мяч развели мне первое касание, не вырвал вену сюда в мышцу. Как всадили, до сих пор дома здесь. Ты закончил, да? Я еще полтора часа бегал на ноге. На адреналине. Еще когда бегаешь нормально, и все. А потом сел в машину, до дома приехал, с машины не могу до дома дойти. Да,
зал, потом сразу сауну арендовали. Девки. Третий раз просто сауну выиграли, а четвертый просто девки. Писали, пацаны в группе, зачем нам это, как это, предварительно эти... Прелюдия. Ну, прелюдия в футбол. Сразу в сауну. Некит, как-то поувереннее давай, лучше что-то. Успеши. Принял Рома. Рома или сам убьется нахер, или... Или кого-то. Понос. Или все это как Рома. Сейчас увидите, скажет, что это не мое, но это не Как же мог пропустить так был? Хорошо. Ну что, не устал, блин? Нет. Я тебя тоже хочу. Давай. 2-1! Саня, 2-1! Бля, 3, блядь. Бля, не так главное, он проходит. Нет, так а сколько он будет, блядь, смотреть? Как три губы еще, блядь, обходит, кстати, еще. Ну сколько он будет смотреть? А кого поставить на сотрудник? Да какая разница, он уже не было. Кого-то ставил, блядь. Я к тому, что, может, выбора у нас нет. Бля, шах есть. Леха сидит. Шейхутдинов есть, если уже защиту конкретно разбирать. Уж точно поувереннее играет. Мы его поставим на правый шаг. Сколько его вообще было, блядь? Ну, сколько я не буду? 3 месяца точно? Да, не меньше. Ну, может, больше. Кого? 3. Блин, ну что, меньше как-то и со старта, блядь, стоит. Кончик никуда не успел. Да надо. С дырочкой. Слышишь ли прошлую игру? Надо, наверное, закинуть. Прошлую игру только остановится хотя бы. Открыто? Это? Богодельно? Ну там ходит, наверное. Возьми, я, наверное, тоже 5 рублей возьму. Надо погреться на солнышко. Вот. А тут, скажите, не онлайн идет игра? Онлайн. Идет, да? А можно ссылку?
Доктора искал.
не включиться. Да. Кто там вот этот вообще фон? Кто там шучеликает, хрен нас? Гол смотрит. Покажи еще раз эту модельку. Ты уже достаёшь? Как ты вводишь? Ну, господи ты, боже мой! Где вот там, блядь, этот как вести? Я не слышал. Готовь! Вот так, вот. Еще раз. На. Да? И на получи. Опа, красотя. Пустила. Бум. Просто подарок судьбы. И так далее. Я не знаю. Отключите пятый микрофон. Только они, может, посмотрят, хоть толк будет как-то. Сведению примут, да? Макс, да дай ты какой-нибудь пас, точку. Оль, слышу, а я вообще говорю, садись, бери микрофон и комментируй. Так нет уж этого, ну, настроения. Таким, как есть. А, не, не пойдет. Вот как и... Да, да, не пойдет. Тебя видно? То, что надо видно, да? Еще раз. Там пошел крышка. Он не пришел. На скамейке. Саня, блядь, месяц непонятный день, блядь. Лежать. Зачем? Давай, Яра, тяни, тяни, тяни. Давай уже, Дань. Давай, Жаль. Один. Ой-ой-ой! Почти не один. Пенальти, красная карточка. Еще бы шах. За полметра, да. Еще шах. Не, ну хорошо заложил. Давай, Ради. Вот, процентов Ярик сделал. Если были пенальти, то Ярик. А тут молодец. Защитник пошел и забил. Ну, Михайлович сказал, по-любому главом ты должен быть главом. Ну да, спасибо на главу. Зря башкой не пользоваться. Ты должен быть, блин. Давай, Руся, окрыленный, давай. Бутсы засверкали по-новому. А чьё? Как он обошел его? На полусорку. Может, блядь,
перебегают. С лопаткой, кисточек. Реально видно, что они перебегают. Лед сошел, они сейчас солнышками будут у нас ходить. Может, это ведерко, они совочки. Бабочек. Ой-ой-ой. Что было, я пропустил. Значит, тоже там ну, три железных там было. А может даже снимать. Коля почистил час, я как-то попробовал. Ну, что только добавляет. Всех неопознанный, да? Сейчас опять-то неопознанный. Ну, хоть не свои. Он стоит, как он должен доносить вой сюда. Свои режут. Он был, что ниже стоял туда. Еще недостаток места. Слушай, с двух, а Наташка с двух чатов удалилась? Не знаю, с одного точно. Ой, Калашкин. А что она раскроется? Я сказал, ну, написал же русским языком. Нет, Да, я просто думал, может, Макс пошел, что на какие-то найдет. Занаш мне говорила, что они уже все хотят. А, ну, все, поэтому нашли. Я с ним беседовал еще в прошлом году. Накатило, терпело. Мне же интересно. Чем эта херня закончится? Всем интересно, когда дело доходит. Неплохо кинул. Яра, давай. Еще 50 А что в центр не пошел? Пошел во фланг. Ну, дай. Ну, блядь, жду. Не, хорошо, ты правильно, да? Все. Саня не добивает. Охренеть! Сука, завалили. Я тут бежал, думаю, ногу сунул просто. О, кого он тут держит? Вот мы мог передать что это. Шах? И дуб. Вот этот второй. Тоже выдал неплохо. Туда полить, лишнее. Сейчас бежу жопу рыб. Сейчас ты не успеваешь, да? И не подстраховываешь. О, рыба. Звезда, с такого острого угла. Забил. С такого острого угла, капец. А что делали защитники? Куда они смотрят? Ну, пустили, чувак успевает добить, а они стоят... Причем в падении, чуть ли не подкачивают его. Катись ты хотя бы! Бой сопровождал просто. Нормально начал. Поменялись флангами просто, наверное, нет? Подскажи!
скажите вы ему, что его душит зайцы. Ну. Может, ты мог просто спросить у меня? Спросить, ребята. Да, тебя было быстрее какие-то. Третий-то конкретно был. Ну что? Ну как ты делаешь? Ну почему чувак? Посрал. Почему чувак добивание забил, а наши два защитника просто шли? Что тут? Ну ладно, Никита обедался, понятно. Но да, стоять смотрю. Второй. Когда второй тоже сразу? Ну да, если он обрезался, там вроде как бежал кто-то, не догнал, а там, блядь, там, почему не заблокировали? Забили-то они справа, сделали. Не, ну да, то есть непонятно, что там не заблокировали, в принципе, значит, там еще путешествовал 5 минут. Давай, Стас, здорово! Вот посмотри на Саню, он просто, блядь, суетится месяцы, что бегает, возле, около. Бля, ну держи же за руку, ёпки там. Давай, Максик! Хорошая, ну, бля, но уж переоценился я. Не-не-не, ну если бы замыкал с вами. Мы еще пролезем. Ни хрена себе сразу пролезем. Один! Не точно отдал. Нормально все. Положил хорошо. Не, ну, в чем дело? Ты сейчас домой поедешь? Не знаю, что. Просто я думаю, мне моего завозить домой или... Ну, фаргер же здесь. Я просто не знаю, куда я поеду. У нас же тут вообще два автомобиля. Один автомобиль, одна повозка. Разбойка. Сначала в корпус, потом в мяч. Ну, Боря, да, Вев, возвращай пятерку. Боря вообще принял конкретно. Ну такой, ладошки подает, свисти там море. Сейчас уже поздно. Говорит, знаешь, как когда ладошки подают, чуть не запретили. Не, вот тут уже пятерочка лежит. Ты скинулся! Румына напоминает такого в кепке. У них шапки такие. Отлично, отлично, только резче давай. Побегите, Саня, давай набирай, блядь. Он ярый. Яро хорошо идет. Давай, сейчас дойдем до углового. Потом Руся подаст его. Ноги не отрываем, сейчас что-то перезвездим. Спокойно! Анастасян один вообще. Я хотел вперед идти, он еще раз набрал. Нет, так да, что ты по другу бегаешь? Давай, друг, набирай. Ну, может, он собрался сейчас идти. Ну, что, он лучше сделать 10 подсказок. Тоже легко идти. Да не лезь ты под правду. Ну, все уже сели. О, молодец. Хорошая, здорово.
попал вообще в угол. Оправдал бы капитанскую повязку. Что началось уже? Что она отбегает после настоящего? Они сегодня да он мерял уже сразу, но... Да этот же свеженький, че он... Задели желтый не разбирал. Да он не бежал, он просто уже ногу искал. Сколько у него там игроков? Так они уже это все сделали. А, 11.5 вышел уже?
Подожди, свистка! Макс, ворота не тут. Катал бы сразу там, бля, ему бежать назад не надо было. Один. Ну теперь назад беги. Раздал не там. Я бы тоже хотел спросить, как библиотеку пройти. Хорошо, что не дотянул, там перейдем спереди. Осталось. Нахуй я сюда вообще ехал? У меня мама день рождения, реально. Давайте позвоним. Ты поехал посмотреть. Ну, тут, бля, ну, так повернись. Ярко выраженный левша, ну, блок. Передом, а не ехать. Не, ну, должен что-то сделать, право, хотя бы перенесли. Да, начал разворачиваться через здание. Без меня еще этот прайс был перенесли на... Через нище застолье. Да, застолье перенесли. Уже бы сидел бы там, обсуждал бы возле телека лучше. Четыре? Ну, три шахтера мы один. Не считайте, бабушка, это я. Не бойся, води хоть кому. Так и кому все закрыто? Никто не выходит даже. Саня, ты жёлтый. Вот так и так и есть. Так. О! 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 И толкает. Толчок. Гаси нахуй. На. На
три. Сколько осталось? 10 минут. 40 минут там или 35? Сколько было первый тайм? 40 минут? Первый тайм 40 минут. Спасибо. Нужно что-то отдать. Ну а... Один бой, я только вышел. Все остальные думают. А вдруг не попадет? А вдруг не думает? Да, а вдруг не будет бить? Что с ним? Не очень, да? Бля, ну я говорю, этому Тимуру надо этот памятник при жизни стулять. Сколько он уже вытянул сегодня? Ну выйдет через пару пасеков. Ну что вы, блин, ну... Тренер дал установку, блядь, забыл. Ну, как он будет через пасеку? Ну ты что, блядь, на поведёшь? Или нет? На быстрые ноги. Нет. Орбиты, градусы. Нормально, я всё вижу. Обычно. Сделать какие-то выводы. Статистику. Необычно, а никогда. Статистику какую-то подбить, блядь. График построить. Нет, давай только защитникам, а то сейчас опять... Ты за 15 минут вот времени, вот. Что не идет. Бля. Ну попробуй, что ли. Саня, головой один раз. Я не в своих новых там. Ну кто за мячом пойдет? Пойдет, я не могу. Нахал кожу там закопаешься. Мы выигрываем плюс 5. Зачем нам этот мяч? Как-то вторился. Вон дубик один, может забить же запросто. Да, если мяч до него дойдет, то тогда... На! Всё, блядь, иди ты домой лучше. Грубо, блядь. Давай, давай, набирай. А там никого. Давайте, еще пару минут осталось! Давай, Руся, фирменную! Блин, я вас обманул, еще 7 минут. Еще 3 гола забил. Свой ворот. Нет, Стаса нет. Ну, блин, и Стаса поменяли. Что за дела? Давай, коротыши, блин! Крутоши, давай! Ой, бля. А есть кто посильнее, бля? Можно всех посмотреть. Гласите мне список, пожалуйста. Не давайте бить, ё-моё, всё, вернулся. Саня, давай, твою мать, прости. Простили Тимура. Таких нам давай. Нет, у нас таких дофига. Ну а что, блин, да, повырастет. Да, что это случилось? Давай. Тоже там.
34-й звечок почему? Давай, какая игра? Не говорит, кто мы играем? Блять, двоих вылезло. Одной передачи. Они вылезли, они просто не пошли, да. Они стояли и ждали тут меч. А вдруг упадет? А я тут пришел, ну что, не ждите. Да никого нет, только если я. Давай, свеженький, работай! О, блин, у нас, конечно, не так. Защита есть? Блядь, ну защита понятна, ну, блядь, забивать же тоже надо, когда-то. Ну, блядь, защитой понятно, с полузащитой так себе. Весь зимний турнир, то 0-0, то 1-0, блядь. Ну, блядь, 1-1. Так кто чуду игру? А, ну... Подожди, ты про кого? Нет, так же и осталось, Аня. Мы же ничего сыграли, они остались. Нет, там пацаны, которые ни одной игры не выиграли. А, это Ислач? Блин, не знаю, они кто нормально играли. Может, нет, их на соберись уже. Какой дубль, может, приезжал? Не, ну просто у них было 0 очков. Да, у них реально мало 0 очков. Сыграли с нашими быстро. Все, все ничего не страшно. Не, я 5 рублей тебе давать буду, я еще не отдал. Я этому Тимуру отдал. Какие скидываются, все правильно. А? Пусть он пацаны. Тимур. И скидывают. Да. А мы эту Бобика должен был, не знал, дурак, что я не отдал. Подставил своего, да. Это Бобик наивный, блядь. Не знаю, с кем связался. Да ну куда он пойду, а ё-моё. Задумка же была такая. Я вижу, сейчас гол начал по свежим силам. Молодец, бля. Просто красавец. Ну, конечно, да. Два таких. Блядь, уже 22. Один был бы. На, еще раз. Да, получи. Как они по умному карту ставят просто и все. Просто. Видно, ну зачем, ну, блядь? Ну да, хорошо. Да, на, блядь, еще Тимур. Проверяет на вшивость, Тимур. На, еще Тимур, держи. Еще раз. На, блядь. Расстрел, блядь. Веленьки, что вы даете расстреливать вратаря? Ну, ты уже пожалели. Он все тянет, и каждый слышит, я буду тянуть. Все, потерял. Вот это такое свободное. Тихо. Ну, как это? Нострадамус. Нострадамус, я же тебе говорю. На мяч, на мяч, Саня. Ванга? Нет, мужчина. На. Пошли опять. Давай, Сань, давай! Да пока Саня, блядь, толкался, мяч уже улетел, блядь. Сколько деталей, подскажи, осталось? Пацаны, 30 секунд! Давай активнее, последний. Жми! Саня, наяривай, давай. Ну здорово. Давай, давай, давай! Один шаг. Это он с арбитром заодно, мне кажется. Молиться еще. Слышишь, Дима?
Это же надо писать метром за одно. Ну бежи, беги! Эй, да, что мы бежим. Мяч же так летит быстро, блядь. Давай, Тимоха. Опачки. Хорошо. И дальше. Здорово, здорово. Хорошо. Да ну ты, блин. Куда ж ты падаешь раньше времени уже? Что пас не отдал, уже падаешь. Вроде так хорошо все начиналось. Была надежда. Нет, ну начало какое впечатляющее это было, а? Не, ну хорошо, что заиграли. Ну, не, ну потом дали стоп. Слушай, почему не тренировались, чтобы сразу так было, да, как он? До последнего момента, ну вот почему? Один, блядь, закинулся. Сейчас вот, Дима. Иди попроси Екатерину, потому что не разговаривай, может забросить. Я там что-то, хотя, блин, ладно, побежишься. Бери все рано или поздно. Так я не ругался, я просто читал. Просто нахуй послал. Просто так взял рукавку. Нет, я же позвонил, я не